Всем привет, дорогие друзья, с вами канал Gamer for Android. Сегодняшнее видео мы снимаем специально для канала Егора Черепкова. Подписывайтесь на его канал, подписывайтесь на мой канал, ссылочка в описании. А сегодня я вам расскажу, как же фармить кубки в Clash of Clans. За день, ну даже не за день, за 2 часа примерно можно вынести 200 кубков. При этом у тебя, если ты перестанешь играть на 12 часов, вынесут только 5. Вот с такой расстановкой банки. Так, поехали. Для этого вам нужно просто вынести фул луков. Можно фул варваров, как вам удобно будет. И нажать кнопку в бой. Значит, находите вы соперников с выносом, то есть те, которые выносят свой ТХ за базу, как в моем случае, как моя база, наподобие таких. Итак, поиск займет у меня от 1 до 3 минут. Покажу я вам две атаки, то есть это примерно будет от 10 кубков до 22 кубков. То есть это за 6 минут. Значит, вот у нас первая база есть, 14, правда, кубков, но ничего страшного, зато она халявная. Так, берем просто и пускаем сюда, ну, чтобы было побыстрее, я пущу сюда примерно 10 луков. А так обычно пускаю по 5 луков, чтобы даже тупо не тратиться на это все. Так, вот. Сейчас у меня закончат луки. И можно будет перейти к следующему поединку. Так, вот, у меня уже есть 4 кубка. Так, ну здесь, конечно, пустые. Точнее, сборщики. Так что можно выходить. Так, 4 кубка. Неплохо, конечно, но нам этого мало. Такие бои будут встречаться редко. Гораздо чаще будут встречаться по 8 кубков, по 9 кубков. Там редко, но будут встречаться по 11 кубков за одну звезду. То есть 33 или 34 кубка за все 3 звезды. В минус при этом вы уходить не будете. Сразу говорю. Так, вот у нас... Все, отлично, ребята, смотрите. 10 кубков, ну вот почти 11. 3, 4, 5. Пустим 5, много расходоваться не будем. Даже 6 давайте. И самое главное, это так, чтобы рядом не было мортира. Иногда у меня были атаки, за сегодня 2 атаки было такие. То есть здесь стоит мортира, допустим, на месте луков. А на месте колдуна стоят луки. И в это время, ну, я пускаю там штук 20-25, пока они разносят ТХ. И я не замечаю попросту то, что здесь стоит мортира. И она берет и всех моих луков мортира 5 уровня просто выносит. И потом я пускаю еще 80, кидаю сюда хилку, но меня это не спасает. Так, здесь можно уже закончить. Получили мы 10 кубков. Это все примерно за 3 минуты мы получили около 14 кубков. Кстати, вступайте в наш клан, кто хочет. Канал. Клан называется СКА-ГПБ. Вот наш клан. Клан новый. Хотите, вступайте, хотите, нет. Дело ваше. Так, актив у нас постоянный. Итак, ну давайте еще третью атаку, чтобы точно уже убедиться в работе этого способа. То есть 14 кубков примерно за 3-2 минуты у меня стало. Это очень быстрый способ, ребят, очень. Чем ждать там, допустим, ваше войско целых там 30 минут.
и атаковать за 30 минут только там 20 кубков. Нет, это слишком долго. Проще за 3 минутки 15, то есть там за 15 минут у вас уже будет там 40, наверное. Значит, вот еще один ТХ. Ну, здесь будет 5 кубков, так, придется пожертвовать небольшим количеством. О, здесь еще и потайные Тесла. Ну ладно, ничего страшного. Мне сейчас войска все равно не нужны. Так что давайте-ка. Ну вот, в принципе, все. Фарма тут, по-моему, нету. Да, если я не ошибаюсь, сейчас посмотрим. Да, фарма даже нету. Ну, в общем, как-то так. Пока меня не было, у меня еще они приготовились. Так что я сейчас выйду. У меня все равно будет фул этих луков. Я не уйду в минус. Ну, да, давайте закончим. Итак, делаем вывод. У меня почти не потратились войска. То есть у меня сейчас здесь 108 луков. И у меня... Заметьте, даже чуть-чуть, по-моему, я ушел в плюс. В 10 тысяч, наверное. И в 19 кубков, ребята. Прошло, наверное, минут 6. И смотрите, первая атака 4 кубка, вторая 10, третья 5. То есть, итог 19 кубков, ну, за минут 5. То есть, всем советую вот эту тактику именно. Потому что... В конце сегодняшнего дня, когда я перестану играть, ну даже вот отойду сейчас на 30 минут, меня разнесут только на от 4 до 8 кубков. То есть многого я не потеряю. То есть также можете сразу нажать в бой и просто пополнить все утраченные кубки. То есть всем спасибо за просмотр, ребята. Еще раз подписывайтесь на мой канал, на канал Егора Черепкова, который снимает замечательные веловлоги и всякие прикольные видео. И также не забывайте смотреть новые видео. Скоро на канале Егора и на моем канале будут выходить видео про танки. Кстати, на канале Егора они уже начинают выходить. Так что... Не пропустите. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.